Пойманы с поличным. В июне прошлого года на взяточничестве поймали одну из сотрудниц Министерства экономического развития Чувашии. Целый год понадобился сотрудникам следственного отдела для выяснения обстоятельств произошедшего. И теперь суд вынес приговор. Ленинским районным судом города Чебоксары вынесен приговор бывшей сотруднице Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской республики 40-летней Наталье Губиной, занимавшей в ведомстве должность заведующей сектором регулирования алкогольного рынка и лицензирования, а также директору одной из местных коммерческих организаций 35-летнему Олегу Корягину. С августа 2014 по июнь прошлого года в столице республики Губина при содействии Корягина получала взятки от руководителей и учредителей 4 коммерческих организаций в размере от 80 до 200 тысяч рублей, а всего на общую сумму 480 тысяч рублей за положительное решение вопроса о предоставлении этим фирмам лицензий на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов. Действия обвиняемых были пресечены в июне 2015 года при попытке получения незаконного денежного вознаграждения от учредителя одной из фирм. Губиной назначено наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ей назначен штраф в размере 4 миллионов рублей. Также она лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 3 года. Корягину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Ему также назначен штраф в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей.